мама — это... Любовь, которая всегда находится в твоем сердце, и в любую минуту, даже самую чайную, ты можешь вспомнить о том, что ты кому-то нужен просто потому, что ты есть. Мама — это тот человек, который первые мои годы жизни заботится, ставит на ноги. Это мое счастье, это парады. Это самый близкий человек на свете. Дорогой и искренний для меня человек. Которого ты больше всех знаешь, больше всех ценишь, который сам для тебя лучший друг. Это утульность, комфорт, это же все. Моя мама очень добрая, понимающая, она всегда придет мне на помощь, всегда сможет меня развеселить. Самый дорогий и близкий мне человек. Самая добрая, самая-самая пещетная, увогуле просто самая-самая, я назову сюда меня подтримая. Самый счастливый момент – это когда тебе тяжело, но ты можешь подойти к маме, и она всегда поможет тебе. Самый теплый момент, и у любого человека самый теплый, когда матуля садит своего сына на колени и кажет, что ты самый лучший. Ты можешь достигнуть шмат чего в этом жизни. Когда мы с мамой ездили в Крым, когда я был маленький, ось, купались в Черном море, ось. Было солнце, вельми-вельми радостно было. Ось. Выпускной, 11 класс. Наверное, это самые такие запоминающиеся моменты были. Искренние слезы мамы. И, наверное, тогда я понял, что она очень сильно за меня переживает, потому что я иду в самостоятельную жизнь. С моей мамой каждый момент життя, который я провожу с ее, это счастье. Всем мамам здоровья, здоровья и терпения. Безумовно, быть любимыми, быть каханными. Желаю, чтобы наши мамы всегда оставались рядом с нами. Хотелось бы, чтобы вы, наши дорогие, любимые мамы, всегда были с нами. Буду завсёды побыть с тобой и буду тебя завсёды любить. Любящая. Искренняя. Мудрая. Вельми-вельми прихожая, я разумела. Ласкавая. Лепшая. Это все моя мама.